Привет, с вами Сергей Чураков, и в этом видео я расскажу, где взять реферальную ссылку для регистрации в кабинете Access Marketing. Как вы видите, я уже зашел в кабинет. Здесь есть вверху меню. Если у вас на другом языке, с правой стороны можете выбрать нужный вам язык. Я выбрал русский язык. Все здесь официально поддерживается на русском языке. Также можно позвонить в компанию и вас проконсультируют на русском языке. Итак, заходим в верхнее меню, нажимаем «Поддержка». Здесь есть промо-баннеры и бизнес-карты. Нажимаете на бизнес-карты. Вы видите три карточки. Их можно распечатать. Вот здесь создать карточку и пользоваться. То есть это визитки ваши. Дальше, вот здесь вы видите веб-сайт. И вот здесь находится ваша реферальная ссылочка. Помимо вот этой реферальной ссылочки, вы можете просто дать адрес сайта marketing.access.com и ваш ID-номер, который находится справа в углу. Как вы видите, у меня здесь находится имя Vice.ru. У вас по умолчанию будет стоять ID-номер. Как изменить и где изменить ID-номер именно на ваше слово, либо какие-то другие цифры. Как это сделать? Заходите вот сюда, My Account, детали аккаунта. Вводите здесь секретный ключ. Так как у вас новый аккаунт, у вас секретный ключ еще не заведен. Это вы в дальнейшем сделаете. Сейчас я покажу, где это сделать. Это один из способов защиты кабинета. То есть, если у вас взломают основной пароль на вход в кабинет, то дальше для вывода денег, для того, чтобы посмотреть структуру и вообще ко многим функциям, сделана защита. Это секретный ключ. Я зашел в кабинет. Как вы видите, здесь регистрация 4 марта 2011 года. И заходим вот сюда, отображаемое имя. То есть вам нужна вторая строчка. То есть вам нужно вот это, детали аккаунта. И отображаемое имя выбираете, нажимаете «Редактировать». Здесь есть так называемый username. И вот здесь у вас будет стоять по умолчанию ваш ID-номер. То есть вот этот ID-номер. С правой стороны, вы его можете удалить и набрать что-нибудь свое. И нажимаете «Сохранить». Дальше, вот здесь также отображаемое имя. Введите свое имя, какое вы хотите, и также нажимаете «Сохранить». И здесь же, в этой же вкладочке, видите, написано «Поменять пароль, секретный ключ». Так как у вас новый аккаунт, то кликаете сюда, секретного ключа у вас, естественно, нет. И вот здесь изменить секретный ключ. Пожалуйста, включите использование секретного ключа перед установкой нового секретного ключа. То есть придумайте еще сюда пароль. Это второй пароль. И, естественно, этот пароль запишите. И вот здесь подтвердите этот пароль. Дальше. Включить использование секретного ключа. Ставьте галочку. И после того, как вы поставили галочку и нажмете «Сохранить изменения», то есть «Изменить», после этого вы уже к некоторым функциям кабинета будете иметь доступ после ввода вот этого секретного ключа. Так, где еще можно взять свою реферальную ссылочку? То есть поддержка и промо-баннеры. То есть здесь промо-баннеры. Эту информацию можно разместить у вас на сайте, и кто-нибудь перейдет по баннеру, он попадет именно к вам. И смотрите, здесь, конечно, надо знать немножко язык HTML. Выбираете после AHREF, то есть в кавычках, между кавычками, да, написано HTTP, двоеточие, косая черта, ваш вот этот логин, marketing.access.com. То есть вот это и есть ваша реферальная ссылочка. То есть можно отсюда взять. Баннеров здесь достаточно много и будет еще больше.
И вот еще вторая страница. Так. Ну, вроде как все во всех местах. То есть, главное, поддержка и бизнес-карты. То есть, без всяких заморочек, зашли, взяли вот эту ссылочку, передали своим приглашенным, пускай регистрируются. Либо можете заморочиться и поменять ваши цифры на какое-то слово, либо другие цифры. С вами был Сергей Чураков. Понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем до скорых встреч, удачи. Всем пока-пока.